Что там по закону нельзя размещать на билбордах? Кажется, там не должно быть клеветы и слов типа «вагина» или «член», да? И анус. Это мне подходит. Так вы мама Анжелы Хейс? Все верно. Анжела Хейс моя дочь. Итак, Милдред Хейс, зачем вы арендовали эти билборды? Мою дочь Анжелу убили 7 месяцев назад. Похоже, полиции больше по душе кошмарить чернокожих, чем заниматься реальными преступлениями. Это что еще такое? Диксон, у меня тут чертов семейный пасхальный ужин. Простите. Знаю, шеф, но у нас тут небольшая проблема. Я сделал бы все, чтобы поймать убийцу вашей дочери, но вот это нечестно по отношению ко мне. Пока ты сидишь, что ты ноешь, как сопливая сучка, чью-то девочку прямо сейчас могут кромсать на куски. У нас две официальные жалобы насчет билбордов. От кого? От дамы с косым глазом. Дама с косым, сука, глазом? И жирного дантиста. Должен сказать, у шерифа в городе много друзей. Это не ты просверлила маленькую дырочку в руке дантиста? Конечно, нет. А? Я сказала нет. Соболезную насчет Анжелы, но мы все в городе против этих билбордов. Ты знаешь, кто кинул банку? Какую банку? А ты что скажешь, милая? А, я ничего не вижу. Молодец. Слышь, гондон! Чего? Чего, Диксон? Да она только что гондоном тебя назвала. Чем больше подключается общественность, тем больше шансов раскрыть дело. Если бы ты не перестала ходить в церковь, ты научилась бы тогда хоть немного понимать чувства окружающих. Весь этот гнев, он порождает еще больший гнев. И 3, 2, 1. И как бы печально сейчас не выглядели эти билборды, нас всех интересует, закончена ли на этом печальная сага о трех билбордах на границе Эббинга, штат Ничего Миссури. Не закончено, тупая стерва, все только начинается. Так и скажи всем в передаче «Доброе утро, сраный Миссури, сука упоротая».